быть женщиной буквально невозможно. Ты такая красивая и умная. Меня убивает, что ты не считаешь себя достаточно хорошей. Мы, как всегда, должны быть выдающимися. Но почему-то постоянно что-то делаем не так. Тебе нужно быть стройной, но не худой. И никогда не можешь признаваться в желании худеть. Должна говорить, что хочешь быть здоровой, но тонким. У тебя должны быть деньги, но просить нельзя, это грубо. Тебе нужно быть начальником, но не быть злым. Тебе нужно руководить, не подавляя чужие идеи. Тебе вроде как нравится быть матерью, но не говори о детях все время. Тебе нужно быть карьеристкой, но все время заботиться о других. Ты должна отвечать за плохое поведение мужчин, это безумие. Но если указать на это, обвинят в жалобах. Ты должна оставаться привлекательной для мужчин, но не чересчур, чтобы не соблазнять их и не угрожать другим женщинам. Ведь ты должна быть частью сестринства. Но всегда выделися, всегда благодарна. Но помни, система врет. Найди способ признать это. При этом будь благодарна. Не должна стареть. Никогда грубо хвастаешься. Эгоистка. Падаешь. Терпишь неудачу. Показываешь страх. Выходишь за рамки. Это слишком сложно. Это слишком противоречиво. Никто не вручает медаль, не говорит спасибо. Оказывается, не только делаешь все неправильно, но еще и виновата во всем. Так устала, как я и каждая женщина завязывают себя в узлы, пытаясь быть приятными. Если это верно и для куклы, представляющей женщину, ничего не знаю.